Connie doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh, so don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping. That's the Давай. Fiona's got him on the phone. Yeah, she's trying not to moan. It's a three-way call and he knows nothing. Брови. Одна черточка означает одно пиво. Почему у нас 4? Why not? It's so cool when you're on top. His front lawn in the snow. Life is so hard, cause Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. I did it on his birthday. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Диман клеит тёлочи. Что, шеф, поехали? С 30 лет отправляем. А, нет, в смысле, какая разница? А так? Ну так. Это вообще чай просто. Блин, Серега, чуть дом не сломал. Волной весь пошел. Дубль 2. Все самое драгоценное взяли из Чехии. Это хорошее впечатление. Красивые красоты наши любимые. Жидкое золото. Дальше Амстер. А дальше едем по дороге в Амстер. По дороге в Амстердам. Мои руки закатают в диком танце. Сдавит голову, глаза, спину сменит панцирь. Я уйду в отрыв. В городе свободы. Абсолютный легалайз. По ночам нам не нужен отель. На чемоданах 3 года в ожидании приключений, но откладывал, решался. И я верил, он ждет меня. По дороге в Амстер. Люди, как я знал, так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свой поменял. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер. По дороге в Амстер, да. Я исполнял такое под синькой. Братался с кем попало. Становился дурным и конфликтным.
покончил с алкоголем. И вдруг пошли дела. С гаджи был добрым и мудрым, но еще больше ленивым. И в такие загоняло за тупые панические атаки. Не доведу до добра. Я не вернусь за взор, что точно не мечу в идеал. Просто меня все расстановишь, когда всего навалом. Поэтому я выбрал способ обрубать концами. Под раздачу попали даже чипсы и кальяны. Познаю я здесь кофешопа с велосипедом. Купил кольцо, подарю любимой, когда приеду. Амстер, прости, я приехал, но хули толку. Но запрещался, хотел погнать. Теперь гоню в Бангкоку по дороге в Амстер. Люди как окна. Так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер, по дороге в Амстердам. А что, если так на самом деле нужно? Прикольно, прикольно, мне еще Не ходит. Да нет, здесь на трассе вообще даже не важно, механика, не механика. Просто сам факт. Ну, блин, по сравнению с городом, давай уж откровенно. Ну, я дискомфорта не испытываю сзади, там рывков висит. Теперь могу сказать вам так. От трезвой жизни еще больше подрывает чердак. Станет день, бьет круг, в момент, когда я разрежусь. Настанет день, вернусь к вам, животный мир. По дороге! По дороге в Амстер. Люди как я гнал. Так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер. По дороге в Амстердам. Амстер. Добро пожаловать в Амстердам. Ну. Нет, в смысле, Дима, ты на здоровье. Стой, погоди. Давай еще раз. Здоровье. Как понять, что мы с Серегой двое русских? Когда пошли покупать хот-дог, нам сразу сказали, что мы русские, и Диман такой спросил. Интересно, как она поняла, у нас что, на роже написано? Она ответила, что видно по лицу, и пояснила, что все из-за цепочки. На здоровье. Жми вот эту стену, стоп. Только это, да? Ага, это повышать? Да. А, просто перекидываешь сюда. На здоровье. This is La Boutique. На здоровье. Как покинуть Францию? Вот примерно так.
Увидите одуванчика? Увидите? На здоровье. Здоровье, опа. Оу, май. Здоровье. Серега, да, поплыли. Диман, ты что делаешь? Я свои шары нахожу, ловите. Ныряй. Показывай. Я чуть для бой. Что, жонглируем? Лошадь с Алиэкспресса. Мы почти у подножия горы, вон она виднеется. Вот. Мы сейчас будем туда подниматься. Это у нас займет сколько часов? 5 часов. 5 часов. Посмотрим на меня, вот такого красивого, через и на Сережу. Самого красивого, да? О, нифига себе. Двигатель заведем. Ну, все, погнали. На здоровье. Ну вот мы и поднялись. Смотрим на узорные футболки. Просто лучше. Лучше соленые. Сколько мне? 2-3-4. Да, вторая чайка. На здоровье!